Вчера в центральных газетах была опубликована следующая информация. За доллар. Долларовые магазины в США привлекают все больше и больше покупателей. Известные фирмы Dollar Center и Family Dollar уже открыли более десятки тысяч магазинов, и их число растет с каждым днем. Американцы, известные любители сниженных цен и распродаж, даже те, чей годовой доход свыше 100 тысяч долларов, приходят в эти магазины, чтобы позабавиться, потому что никогда заранее неизвестно, что там будет выставлено сегодня. Так утверждает один из владельцев магазинов и успешный бизнесмен господин Розенберг. Однажды он пообещал первым 9 покупателям нового магазина Little Books продать телевизор за 99 центов. Магазин взял штурмом 3000 человек. Среди них были герои нашего повествования.